Здравы будьте, друзья. День третий наших похождений поисковых разведывательных. Как разведывательных? Мы сейчас приехали на место, где мы были в прошлом году. Так. Вот, будем ходить возле домов, посмотрим, в огородах посмотрим. Ну, короче, посмотрим, что здесь у нас будет. В том году были находки, немного, но было. Так, смотрим. Итак, традиционное начало для этих мест. Колечко под камушек было. Офигенный патинник. Вон там вот, возле камня. Там дорога старая. Ну да. Ладненько. Такие печальные виды. Умирает. Да, чуть-чуть сломлен. Маленький лепесточек. Хорошо, отлично. Здесь выход с этой стороны был из дома, я так понимаю. Почему-то. Улица там была основная, выход тут. Интересно, почему? Надо подумать. У нас сегодня прикол этот. С утра вышел. Кто пятак на копе не найдет, короче, тот посуду вечером моет. Я пятак нашел. 61-й год. Димыч говорит, имперский надо. Имперский надо? Да. Имперский надо? Да. О, ладно, будем имперский искать. Вот здесь дом. Здесь везде дома. Здесь такой большущий-большущий пустырь. Можно предположить, что либо здесь что-то стояло, вот здесь на, потому что здесь где-то должна была быть церковь. Она разрушена. Либо какая-то площадь была. Я пилот. 21-й год. Давно не было. Сейчас. Такой вот. Хорошо. Продолжаю снимать печальные зрелища. Отбирают русские деревни. Огромные дома. Уже все лежат. Еще несколько лет, и здесь ничего не останется. Чугунок. Без монет. Грунт сняли на дороге. Люб сейчас шла и нашла. И так нашла. Видишь, орла видно. Масон. Масон, я же сказала. А фиг знает, может, она та идет. Да нет, он стер. Да? Масончик. Сегодня Диму чему-нибудь посуду. Просто в гладкий. Ладно. Он здесь просто гладкий, он намеренно стер. Здесь надо и по дороге походить. Ее же вскрыли. Может, что и повылезет. Шел-шел. Глазами нашел. СССР. Какой годик? Уть! 43-й. Что у нас 43-й год? А? 43-й год, что у нас? Ты знаешь? Ну, ладненько. Вот еще одно состояние домика старого. Потолок весь рухнул. Пол, соответственно, тоже. Все провалилось. Какие-то ящики стоят. Ну вот ножницы я вижу. Где? А. Там даже кровать деревянная. Сейчас. О. Ножницы торчат. Да, тут, конечно, опасно. Завалит, мало не покажется. А здесь сени. Смотрите, деревянная кровать, старая, куча обуви. Ну и помойка, естественно. Вот этот домик, где мы сейчас, я вам показываю. Здесь еще вот развалины стоят. Ребята пошли по дороге. Говорят, Александр Третий у них. Трешка. А я иду по огородам, потому что вот здесь были огороды.
У меня рамочник традиционный выскочил. Сейчас пойдем попробуем вскрытую дорогу еще посмотреть. Ходим по вскрытой дороге. Ой, фу, господи! У меня вот крестичек выскочил, такой целенький. Слегка согнутый, но целый. Опять с дороги. Полыхнуло золотом. Аж прям сверкнуло. Ну да, но здесь так сверкает. Я сейчас трояк нашел, когда глазами. Ну я показывал. Там видно его. Сегодня день советов, походу. У меня уже вторая двушка. А, это я с той дороги. Это 30-й старенький, да? Это 30-й, да. Ага. Пробираемся. Здесь сады были, я так думаю. Ой, прикольный. 24-й год. Пойдет. Здесь были сады, я так думаю. А все остатки домов. Такие тут ямищи кругом. Смотрите. Да грохнешься, не заметишь в траве. И в шею все свернешь. Вот еще раз-два домики. Прихватил часть самовара. Сейчас на дороге оставлю, потом приберу. Тяжелая. Сдадим на цвет медь. Любу советик сейчас был ушатанный. Вот, походу, нашел я часовню. Каменный фундамент. Вот он идет. Красный кирпич. Ну, короче, все как положено. Вот тут вот она и стояла, я так думаю. Да, жаль, ничего не осталось. Ничего. Итак, покидаем мы сегодня эту деревню. Дай бог, может, не последний раз. Что-то нарыли, ну потом покажем. Но еще день не заканчивается. Еще сейчас заедем в одно место, походим пару часиков, чтобы для успокоения души. Сейчас самовар надо забрать. Так что деревня пока. А ты поставишь, что
вдоль дороги бы вон там полазить, конечно. Ну, блин. Вышка там одна упала. Заехали вот в этот чудесный ельничек, так сказать. Походить еще пару часов. Копали. Кто? Естественно, копали. Ой, сохран-то здесь, конечно. 31-й годик. Сегодня день советов. У меня точно. Да у всех. У меня такое ощущение, что здесь движ был, вот в этих вот сторонах. Так, у Димыча у нас 1 копеечка серебром, 841 год. Здесь песок, а здесь хорошо. Следующей находочкой у нас появился офигительный крестик. Ух ты. Потерялся. Конь без руки, а я. Ух ты. Прикольно. Вот вам песчаники. Это да, сохран здесь нет. Да. Так, следующей монеткой. Вот такая вот деньга в сохране. Они редко в сохране бывают. Офигенно. Слушайте, рыли-рыли, сейчас рыли сигнал. Гулял-гулял, бегал-бегал. Такой же точно крестик, как Димка сейчас поднял. Один в один. Второй такой же. Шедевр. Люба у нас продолжает собирать комочки. Теперь буковка С английская. Колечки, а не комочки. А что я сказал? Комочки. Комочки? Я уже заговариваться начал. Комочки. Да? Хреново. Итак, вот чётец, вот так сегодня походили, ну, более или менее. Сколько у нас получается? 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15 монет. С половиной. 15 с половиной. Кучка крестиков. Вот два одинаковых совершенно. Раз и два. Вот. Пряга зачетная, ложка медная. Ключик от клада, который мы никак найти пока не можем. Масон зачёт. Знаешь, чем они отличаются? Нет, вот не знаю. Этот, это не медь. И там не медь. Не медь? Нет. Они абсолютно одинаковые. Они абсолютно одинаковые. Мне показалось, что медь. Здесь два близнеца, что шли, не пойму, мы их и потеряли. Ну, короче, вот так. Так, что будем делать завтра, еще пока не придумали. Сейчас будем усердно думать. Вот. А, ну и серебрушку сегодня выстрелила, забыл сказать. Делончик. Все, ребятушки. На этом всем пока.